появилась прекрасная площадка, мультиспортивная площадка, которая собирает в себя разные виды спорта. Это и футбол, и баскетбол, и волейбольная площадка точно так же. И для того, чтобы все-таки поддерживать молодежь, чтобы дети занимались активно спортом, мы решили провести турнир по дворовому футболу 4×4. Он собрал очень большое количество участников, зрителей. Все очень были довольны, масса эмоций, есть победители. И действительно мы увидели то, что развитие молодежи, постройка таких прекрасных площадок вроде Чернигова, это первостепенный вопрос, потому что благодаря этому растут лидеры, растут чемпионы, которые в дальнейшем, я думаю, будут играть в мировых клубах и в черниговских, и в украинских, и в европейских. И я благодарен и Миской Раде за поддержку, за то, что именно площадка оказалась на микрорайоне Градецкий. Мне это очень приятно. Взагалі ми прийшли сюди як запасна команда. Тобто ми не були зареєстровані, ми сюди прийшли, записали до нас, до іншого гравця. Було 8 команд спочатку. Ми дуже впевнено там 4-1 вийшли в полуфінал. Потім 6-0 вийшли в фінал. І в фіналі було дуже напівка. Важка гра для нас, і тільки на пенальті все вирішилось. У нас було два рішаючих м'яча, один із них забив я, а другий відбив вратар. Якщо б не він, то, скоріше всього, ми могли б програти. Та моя команда молодці, вони теж забували у грі, тому це якби наша гордість. А кубок буде стояти у нашого тренера. Ой, тренер.